Здравствуйте, уважаемые зрители, вы на канале Дача Супер. Сегодня предлагаю вашему вниманию нежный, яркий, вкусный салат «Радуга» с куриной печенью. Для приготовления салата мне понадобится 200-250 грамм куриной печени, которую я предварительно отварила, пол баночки красной консервированной фасоли, маслины, один огурец, болгарский перец, маленькая луковица, несколько зубчиков чеснока. Заправка салата будет классическая, из растительного масла, горчицы, лимонного сока. Соль, перец по вкусу, еще в заправку добавлю немножко соевого соуса. Чеснок можно добавить в салат или в заправку. Добавить горчицу, сок треть лимона, столовая ложка соевого соуса, 2-3 столовые ложки растительного масла. Тщательно перемешать. Заправка готова. Печень нарезать крупно. Огурец и перец нарезать соломкой. Добавить фасоль. Маслины порезать пополам. Разрез. Лук нарезать тонкими полукольцами. Соль. Черный молотый перец по вкусу. Заправить салат. Перемешать. Нежный салат «Радуга» с куриной печенью готов. Приятного аппетита! Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.